я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. С Машей пойти на выставку в центральный выставочный зал, да, то есть в манеж. Смотрите, какая тут очередь, я просто офигеваю. Я вот не уверена, точно нам туда надо? Это просто жесть. Сейчас я пойду ее искать. Хотя, если честно, я не знаю, где она. Она мне сказала, что она у памятника с конями. Сейчас я пойду туда, там, где кони. Кони-лошади. Вот. Коня я вижу. Я вижу коня. И фонтаны бьющие, смотрите. Да? Сколько народу, обалдеть просто можно. Ну, короче, погода хорошая. Ой, я думаю, что мне уже можно снять, потому что тут реально никого нет. Я в такси ехала. Ну что, мы пришли к коням. Где же Маша? Сейчас найдем. Кони, лошади есть? Маши я не вижу. Колян, смотри, кого я встретила. Привет. Тебя снимать? Тебя снимать? Ну что, как дела-то? Нормально. Нормально? В 11 классе. О, ну мы все в 11 классе. Вот, привет. И Маруся пришла. А мы уже были, в этом, в Третьяковке на Вот видишь, мы с тобой не туда ломанулись. Вот мы там такая же очередь. Хорошо прошли, мы, кстати, хорошо прошли. Потому что там очередь, да, мы сюда вы не пойдете? Нет, сюда мы не пойдем, мы сейчас поедем. Мы тоже не хотим что-то. Вот, потому что... У нас пропало желание, Надь. Да, да, покажи очередь. Нет, да я... вообще. Вот. Вот молодежь, в общем, не хочет тоже идти на выставку, да? Потому что, мне кажется, там вся инфекция, да? Ну, вообще, инфекция да. Там вся. Вообще лучше не надо. Пойдем спросим у начала, сколько они торчат в очереди. Пойдем. Я думаю, часа 5. Вот, нам уж просто бежать надо, сейчас попцом. Давай, иди, давай. Рад была видеть, давай. А то что-то, ну надо же так, да? Да, просто. А говорят, что Москва, да. Да, большая деревня. Да, точно. Пока-пока. Причем, мы, знаете, мы идем в начало очереди спрашивать, сколько они стоят. Ой, вообще, ну прикольно, да? Классно. В общем, мы встретили Колиного знакомого, с которым он на даче отдыхал. Они там обычно снимали квартиру. Вот. Поэтому, ну вот. Ну, в общем, как всегда. Стоит приехать в центр, кого-нибудь обязательно встречу. Ну, это вечная история. Сейчас мы спросим, сколько людей. Ну что, мы спросили. Люди стоят 45 минут. 45 минут. А поконкретнее не было? Не, ну можно, конечно, постоять 45 минут. Но не знаю, есть ли в этом большой великий смысл. Давайте тогда мы решим, потому что что-то у меня как-то пропало желание. Смотрите, да, просто хорошие. Ну ладно, глядите. Глядите, как она вырядилась в этот раз. Я не могу просто. Я, слышь, ты турчанка. Холодно, блин. В общем, тут тебе что? Этот, где ты там была? Я забыла, черт тебе. Турляндия? Да нет, этот город-то, как его? Сиде. Сиде, да. Мы пока Кремль поснимаем. Нам жалко, что ли? Пока мы идем. Не, ну очередь вообще, конечно, классная. Где у нее такой конец? Так, а мы в какой торговый центр-то идем, я что-то не понимаю? Туда. А, в этот, господи. Ну, конечно, а что тут без вариантов? Мы сейчас поймем, кого-нибудь сфоткаем, чтобы рожу не потерять. А где конец? Вон, в охотный ряд куда лежит. А где конец? Охотный ряд. Ты иди.
Я пока поснимаю. Значит, Маша предложила, поскольку она очень-очень-очень холодно оделась, она предложила нам сходить в торговый центр и купить ей что-нибудь потеплее, а пока занять очередь. О! А вот и конец очереди. Все. Ну, вот девушку мы запомним. Вот тут надпись хорошая есть, называется «Матрешка». Вот мы с тобой такие же две матрешки. То есть мы пришли и дверь поцеловали. Представляете, закрыто. 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 Прям фонтаны бьют сюда. Очень мокро. Ну красиво прям, я не могу. Классно, правда? Ну, на фоне манежа вообще там что-то. Все красиво. Я в Александровском саду, на самом деле, да, уже 100 лет не гуляла. В общем, я не помню, когда последний раз я тут была. Ну, в общем, конечно, красота, когда эти фонтаны сделали, уже здорово стало. Народу, конечно, много, но мы сейчас ушли туда, где поменьше народу. Маша фотографируется. Я тут дальше хожу, брожу. Вот какая тут красота стала, да? Неописуемая прям. Здорово, правда? Ну, кто-то тут уже бывал, а кто-то и не бывал. Приятного аппетита! Спасибо! Значит, смотрите, Маруся уже все тут фигачила. Не успела я снять. Значит, мы в буфете. Мы зашли, уже отстояли очередь. Мы в буфете манежа. Смотрите, так клево. Я, кстати, в манеже в буфете еще никогда не сидела. Мне кажется, это прикольно прям. Да-да-да. Так, а у меня, значит, вот такая вот. Что это у меня там? Латте, да? Копеечка. В общем, сейчас мы пойдем вот на такую международный интерактивный фестиваль современного искусства, да, Машуня? Да. Что нам там предложат? Там очень много интересного. Тараканов сушеных там не будет? Не знаю. Посмотрим. Не знаешь? Ой, мам. Ну, в общем, посмотрим. Еще какую-то такую нам ждали штучку. Это что такое? Это открытка. Открытка. О, заяц уже многообещающий. Особенно хвост. Смотри, у него какой красивый. Все. Значит, я взяла вот такой себе брусничный пирожок. Марусь, ну-ка давай свою. Только вилку убери, она у тебя некрасивая. Нормальная вилка. Ну ладно, я не буду ее снимать. Ну как вилка. А Маша взяла такой малиновый шоколадный, он, да? Это говорит вкусно? Да, очень. Да. Все. На грильяжной подушке. Сейчас мы подкрепляемся и идем этих зайцев с хвостами смотреть, да? Да. Идем наслаждаться искусством, как только согреемся. Искусством? Ну-ка сейчас как? Искусство, мы идем тобой наслаждаться. Ты нас ждешь? Мультикады. Ну, короче, уточки, кря-кря. Я какая-то острая. Целая очередь небольшая такая. Девчонки фотографируются. Смотрите. Так. Art Life 2020. Делают селфи. Селфи.
прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь, пойми, что я твоя.